Ну что, мои хорошие, я быстренько все делаю, потому что уже 15.04 я помыла посуду, сделала десерт самый быстрый, колбаса. Сегодня у Димы день рождения, но никаких у нас празднований сильных не будет. До 18 работает Лена, придет, мы просто поужинаем. Значит, бедрышки замариновал Саша, колбаска домашняя, рыбка жареная, холодчик. Мама чистит картошку, сейчас сварим пюрешку. Салатики те, которые у нас в подвалке есть. И все просто, ну, конечно, что-то выпить или вкусно, или не очень вкусно, не знаю. Короче говоря, у нас будет все по-домашнему. Просто, просто будем ужинать. И вы знаете, я записывала, говорю, вот так бы хорошо, если был тут интернет, вести как прямой эфир. Но нету интернета, и сейчас это не самое главное. Сейчас другие вопросы есть в каждой семье, в стране в нашей. Но я как-то записала, вот тут я мыла посуду, разговаривала с вами, думаю, как видео будет. А почему-то не перекачивается, не знаю, или телефон уже сдыхает, или у меня клепки не хватает. Хочу сказать, вот приготовили мы вчера, я сегодня уже колола два раза капусту. Ребята, вот эта капуста, которая заливается маринадом, это вообще вкуснятина. Мы одну банку уже съели. Это рецепт у меня есть. Сухой посол, там немножко, знаете, можете не угадать, если капуста не сочная, плохо. А это на 1 литр 2 столовые ложки соли, меда столовая ложка, специи, закипятили, залили, но каждый день я раза по 4 колю. То, что хочу, почему я сейчас вышла к вам, мои хорошие, потому что у меня сегодня стрим 19, я говорила 19, давайте его перенесем на 21, потому что Лена придет, извините, придет она где-то в 7 часов, 6:30, 18:30. Я скажу так, ну что, вы тут сидите, а я пойду стрим проводить. Вы меня прекрасно понимаете, поэтому не ждите меня сегодня в 19 часов и не ждите в 19:30, а ждите меня в 21 час. 21 час я обязательно к вам выйду, и знаете, я вот смотрю, как правильно Самельчик, он проводит вечером. Во-первых, что нас просят до 22 часов, пожалуйста, старайтесь не включать бойлеры, шмулеры, телефоны, я шучу за телефоны, а после вечером, пожалуйста, это делайте, стирайте, готовьте, так мы с вами уже все сейчас сделали, а в 21 час, ну, может, там чуть хвостик, мы с вами поговорим, обсудим, как сегодняшний день прошел, более детально вам расскажу за маму, спасибо вам большое за... Переживайте за маму. И самое большое спасибо вам всем за поздравления моему Димке. Я все до слова передам. Сегодня я с ним разговаривала. Стол там, посылку вчера получил. Стол накрывают. Я и холодчика, и рыбки консервации, и рульку сделала. Стол накроют хороший. Так что все хорошо. Проблем много у каждого, как у каждого. Но я все время вас призываю. Давайте вперед из песни. С песни, как мы с мамой сегодня пели. И правильно вы пишете, что дождемся мы победы, и тогда за большим столом будем спевать украинских песен. У кого є голос, у кого нема голоса. Але мы будем спевать. Так, все, мои хорошие, потому что у меня еще много работки, еще ничего, конь не валялся, еще ничего не сделано, только холодец. Ну, я, честно говоря, не переживаю. Сейчас пюре ставим. Часов, наверное, в 5 засунем все в духовку. И самое главное, чтобы было желание и хорошее настроение. И, знаете, как говорится, дружеские, чистые отношения. Это самое главное. А на стол, я знаю то, что мы, украинцы, у нас бульба будет, мы знайдем до неї и сальце, и огірочок, и помидорчик. Потому что украинцы такие, мы не чекаем от когось. Мы все это робимо. И кожен рік. В цьому році війна, тому менше морозили, все закручували. Тому що, а якщо не буде... Електрики. Ми такі. Ми працюємо не для дяді, ми працюємо для себе. Тому що в кожній родині дуже часто свята. Ми святкуємо. Ми не забуваємо. Ні, нема таких там пишних, тому що, як кажеться, ножки по одежці, зараз роботи нету. Но все равно, не забуваємо нічого цього. Так що все нормально, розумієте? Що там, мам, кажи? Кастрюля. Кастрюля. Кастрюля, пожалуйста. Бачите, у мене подсобники. Подсобне робоче у мене. Мама. А Саша сидить що-то на чердаке. Все іщить, іщить. Туди залізь, сюди. Що ти іщеш? Він каже, та я брав кастрюлю. Яку він кастрюлю? У нас кастрюлю. Ну що шукав? Нам вже рибу завтра треба буде. Та рибу, яку ми засалювали, її вже нужно. Вже пройшло 9 днів.
или 10 даже, ее нужно уже вынимать с соли, вымачивать и вешать на чердак. Как раз угощение. Так что, мои хорошие, договорились, не ждите меня сегодня. Поехали. Поехали все за одним кермом. За кермом счастья, удачи, доброго настрою и всего-всего найкращого. И у кого сьогодні день народження, теж вітаю з днем народження. Хай вам буде щастя, здоров'я і мирне небо над головою. Все, поїхали, поїхали працювати.